Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашидети.ру. Сегодня я хотела вам рассказать о том, как вчера у нас прошел парад 1 мая 2018 года в городе Улан-Удэ. Парады всегда проходят одинаково красиво. Но что я заметила? Я стала выкладывать фотографии и видео в новостную ленту. И, соответственно, смотреть, что выкладывают другие люди. Обратила внимание, что 1 мая проходит в разных городах России по-разному немножко. Где-то были фотографии наподобие толпы, которая так идет, с лозунгами, с растяжками. Но все это происходит в каких-то закоулках между домов, между улиц. Может быть, это так и должно быть, какое-то шествие перед тем, как выйти на основную площадь. Но даже когда люди выходят на основную площадь, она выглядит очень убого. То, что видела я некоторые видеозаписи и фотографии, там, значит, такая небольшая сколоченная сцена, либо трибуна, которая расположена сразу напротив торгово-развлекательного комплекса. Прямо видно, что сзади какой-то магазин, перед ней сцена, окруженная людьми с шарами, с транспарантами. У нас все-таки в Улан-Удэ потрясающее место есть для проведения таких мероприятий, митингов. Это площадь Советов. Огромнейшая площадь, практически все прямое, да. А в центре, наверху, расположен так называемый бюст, да, Ленина. На самом деле это большая голова, которая даже, насколько я знаю, занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой бюст. Позади этого памятника стоит дом правительства. И когда проходят такие митинги, действительно создается впечатление, что народ разговаривает с властью, с правительством. Мы не разговариваем с директором ТРК какого-то, или магазина, или хозяином бутиков. Нет. Здесь действительно создается вот такое масштабное, хорошее впечатление. Дом правительства так слегка огорожен зелеными насаждениями, там елочки. И на самом здании правительства есть место, оно наподобие баннерного, большой прямоугольник. Там всегда вывешивают тематический какой-то баннер, билборд, как это правильно называется. Ну вот, допустим, 1 мая, там у меня было написано 1 мая. Учитывая то, что площадь такая огромная, большая, на ней очень хороший звук. То есть, когда включают кто-то музыку, да, когда вещают ораторы, специальные гости приглашенные. Все слышно очень хорошо. Большая площадка позволяет проводить различные танцевальные номера, флешмобы среди молодежи. И, честное слово, я теперь очень горжусь тем, что у нас есть такая площадь Советов, на которой народ может поговорить с властью, где можно выступить красиво. Я горжусь нашим городом Улан-Удэ. Всем спасибо. Пока. Подписывайтесь на мой канал.